Всем привет! Сегодня мы приготовим язык в тесте. Белорусское национальное блюдо. Итак, поехали! Для начала добудем огонь. Так, закидываем дровишки. И поджигаем. Заряжаем наш казан и даем ему немножко прогреться. Затем берем лук и морковь и немножко обжариваем. Обжарили с одной стороны, переворачиваем на другую, тоже чуть-чуть обжариваем. Затем добавляем языки. Заливаем это все водой. Добавляем соль и варим примерно полтора часа. А пока у нас варятся языки, мы приготовим тесто. Для теста нам понадобится непосредственно мука, чуть-чуть сольки, перца, одно яйцо. И немножко молока. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Все перемешиваем. Вот такое тесто у нас должно получиться. Прошло полтора часа. Достаем языки. Сразу достаем миску с холодной водой. Следующим этапом чистим наши языки. Отделяем шкурку от языка, кожицу. Вот таким планом. Порежем три штучки, а вторых три штучки оставим, что-нибудь потом приготовим еще. Такими кусочками побольше режем. Наливаем масло побольше и даем время, чтобы оно прогрелось. Как проверить, готово у нас масло или нет? Берем чуть-чуть теста и капаем. Пузырьки пошли, значит, можно жарить. В тесто опускаем язык. Каждый кусочек. И отправляем на сковороду. Обжарилось с одной стороны,
переворачиваем на другое. Обжарили с двух сторон и достаем на тарелочку с салфеткой. Закладываем вторую партию. Мы приготовили язык и осталось его продегустировать. Нежнейшее мясо, сочнейшее, смотрите, с него аж прям течет. Очень вкусно. Готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!